откуда в кране вода? Воду берут из рек, озер или скважин. Насос закачивает воду в специальное хранилище. Затем воду фильтруют. Она становится чище. По трубам чистая вода попадает в кран. Помоги доставить воду в дом. Нажимай на насос, чтобы качать воду. Ха! Давай починим водопровод. Ага. Водопровод работает. Спасибо. Откуда вода попадает в кран? Из чайника. Из озера на Луне. Из водохранилища. Ого!